Дать добьем. Свинку или... Ну, свинка это деньги. А, банан. Какую свинку, когда банан есть? Чоп-чоп. Так, мы с тобой чё? Мы с тобой делаем факел? Мы с тобой делаем факел. Тоже банан. Тоже два оружия, одно из которых сковородка. Я могу это проиграть. Окей, близко было. Губерт супер, гига, ультра ранний губерт с чили пеппером. Ну, я его не куплю сейчас, наверное, да, этот чили пеппер. Нафиг щит. Блин, возможно, стоило за точку купить, а не губерта. Вот у него горящий уголек. Шип. Регенерация. Губерт, тащи давай. Тебе говорю. Тащи давай. Чё, без банана? Без банана это, конечно, луз, да? Так, хорошо. Тебя нет, торч не надо, а вот уголек есть смысл. А в как я играю на классе с самым низким рейтингом? И... Как чередовать классы? Нет, ну... Я тоже люблю чередовать классы, но... Так, надо понять, что здесь вообще юзать-то. Ну просто... Два базовых класса оказались, ну... Сейчас не такими интересными, поэтому... Супер ультра гига ранний губерт, конечно, да? Вообще кайфово. Ебать, что можно трогать полки? Зачем? Брать тот класс, на котором сейчас меньше рейтинг. Ну, если бы я так делал, у меня бы сейчас все были где-то в высоком золоте плюс-минус платине. Почти в платине. Ну, хочется и... Блин, да ты не пробьешь меня двумя топорами, чел, нет. Офигеть. Пробил меня двумя топорами. Серьезно? Вау. Box of Riches. Ну, разве что как экономику взять. Ну, глуп, конечно. Губерт, броня кожаная не нужна. Топор. Свинью я не брал, stone skin. Так, что у меня все плохо, кроме Corrupted кристалла. Corrupted кристалл это очень круто. А, и Whetstone. Наконец. Фух, нет. Whetstone важнее Corrupted кристалла, но тебя мы залочим. Возможно, стоит урон обоим пушкам накачивать, не вряд ли. И в планах дальше игры. Ну, сегодня бэкпаки, завтра бэкпаки, послезавтра бэкпаки, 14 числа тоже бэкпаки, и 15 числа начинается RGG Land. Значит, будем играть в ретро-игры. Инфу по RGG Land можно почитать в описании под стримом. Стал. Стоп. Лучше сейчас камень взять. Лучше и то, наверное, да?
дополнительно будет и... Блин, скидочный ананас. Хиляет на 3. Я могу его поюзать какое-то время, но как только появятся маги с этими с антишиповыми сферами, это станет сразу резкая ошибка. Блин, надо было в этот в меч запихнуть. Гоблинов не будешь на релиз смотреть? Я не знаю, куда они релизнутся. Я думаю, что то, что будет через день, это будет супер ранний доступ. Такой же, как... Блин, его щит спасает по стамине. Просто один маленький щиток. Вампирка. Вампирские перчатки вот так просто. Не, наверное, не. Смотри, что не ускоряешь. А может, хочу выигрывать. Не, и смотреть, как я выиграю. Ух ты, не, ну вот этот щит, вот этот феникс. Смотрите, феникса залочим и купим после. После лантерна. Это будет правильнее всего. Блин, тут, кстати, интересные мувы получаются, да? Скорить тебя фанифаком. Нужен ли мне сразу саншилд? Блин, а почему бы и нет? Он место засейвит. В любом случае. Кажется, к релизу почти готово. Гоблины-то? Так они у меня сломались. Ты же видел последний видос по гоблинам. Они у меня сломались. Чё я с ними делать буду? Одного банана, конечно, мало. В большинстве своем. Блин, ну вы меня, конечно, очень... Интересно здесь подловили на Dragon Nest и Friendly Fire, но... А, уже под это вами не готов устраиваться. Проблема Феникса то, что у меня сумок под него нет, да? Извечная проблема лантерн билда. Длинный огненный меч не нужен? Нет. Длинный огненный слишком дорогой и не очень полезный. Блин, вот то, что этот щит так неудобно лежит. Может быть, все-таки... Фанни пока еще под банан бахнуть. Сделать вот так вот место под щит. Например. Мне же еще вот так надо сделать. Чем вам сильно? Нанесение мгновенного урона, количеством воскрешений и так далее. Говорю, что почти готово. Ну вот, к сожалению, мне так... Не очень повезло. 2 стамин пака, поверни под шилд. А, ну да, кстати. Почему я об этом не догадался? Все, плавит 7,5 часов. Да, это можно было догадаться. Как это надо было правильно делать. Кек. Ладно. Можно, кстати, вот так сделать. Не знаю, зачем. Еще банан. Огонь в сумку. Нет, лучше огонь, чтобы смотрел на Dark Lantern. Это 10 урона, а это 5 макс хп. 10 урона после воскрешения. 5 макс хп, которые превращаются в 2,5 до нашего воскрешения. Так, ну у этого вот он, видите, Burning Blade. Ну и чё? С одним бананом. Стамина у него было меньше. Моя в конце на 2. Ну, у него еще под щит стамина билась, но... Стамина у него было меньше, потому что он жрет больше. Урона у него 9-11, у меня 8-10. Столько же. Так у меня еще и торч сильнее.
И собрать это проще. Так, блин, халявные боты, как будто бы тема, но в то же время на этом персе как будто и нахер не нужны. Деревяшка вместо торча. Ну, это одна из причин. Блин, я так сумку не найду, конечно. Сумку. Знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, сделаем так и так. Сделаем вот так, это будет сильнее. Известно, когда следующий патч и окончательный релиз. Где? В бэкпаках? Ну, это вполне себе релизная версия, целых 4 класса. У них есть родмапов, которые тоже они там понаписали всякого. Драконий корп. Блин, нужно, но хочется сейчас скипнуть, потому что иначе Феникса не поставлю. Я почти могу Феникса поставить. А, я могу Феникса поставить. Но... Не, подожди-ка. Не, не могу. О, нет. О, нё, я... Я думал, что я могу, но я не могу. Нет. Это при том, что я не хочу так Феникса ставить. Я хотел ставить его вот так вот. Теперь мне не хватает одного бананчика. Поставь там фанипак. Где именно? Так, ща, подождите-ка. Я понял. Я понял. Чат вы лучше. Чтобы мой Феникс без вас делал. Так, ты тоже с Фениксом и с Кальцифером. 22 огонька, да? Твой Феникс закончился, твой огонек закончился. Мой Феникс еще только начинается. Еще даже не прокнул. О май. В смысле, а то в гол? Чего мы не заметили до этого, да? Двинь Феникса и разверни вниз, типа крылом вниз. Зачем? Так, первое воскрешение уже улетело, а его воскрешение я что-то не видел. Да, оно уже было. Теперь пора двигать меч, запихивать их в фанипак, двигать тебя, двигать все здесь. Слоты появились плюс-минус. Если что, свиночку куда-нибудь толкнем, да? Здесь огоньки, отлично, отлично, отлично. Здесь пойдет. Тебя лучше в фанипак запихать. Вообще тебя лучше вместо банана, потому что банан довольно медленный. Угу. 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 Найс.
Как будто бы. Бан, скорость 3.73, у этой штуки 1.87. Так, у него уже Sun Armor, и он тоже с воскрешениями, и у него тоже правильно стоят воскрешения с фениксами. Ну, смотрим, кто сильнее. У меня стамина закончилась. У него, блин, камни. Я сильнее. Как я нажал блайнда? А, Дарква... А, у него в лантерне нет камней красно-фиолетовых. Вот почему я сильнее был. Можешь рюкзаки с свиньей подвинуть к огонькам? Мне кажется, что нет. Такс. В фиолетовых камнях под лантеркой, да. И вот, на самом деле, тут, смотрите, почему этот билд работает. Потому что сама по себе огненная магичка сильна с вот этими двумя дешевыми ранними итемами. Феникс тоже очень силен, особенно под вот этим огнем. Чили Губерт безумная имба, я не понимаю, почему он такой сильный. То есть у нее все итемы сильные, ты просто собираешь кучу сильных итемов, а потом живешь очень долго под воскрешениями, еще и сверху накидывая на врага дебафчики. И все, и вот, вот она победа. Вот она. Вот он способ победить. Эй, спасибо за фоллоу, друзья. Не забывайте нажимать кнопочку, чтобы не терять канал. У меня на стримах вы сможете найти огромное количество разных новинок, в том числе рогаликов. Бэкпаки практически рогалик, все-таки каждый забег с нуля, каждый забег. А, заново. Блин, я еще не уверен в птице, ну за 5. Вопель Тинкер хорош. Спасибо, спасибо большое, много сразу фолловеров. Вот поэтому важно иногда напоминать, нажимать кнопочку. О, на ютубе тоже жмите. Развернуть бронь, засунуть свинью? Нет, лучше не разворачивать бронь, потому что огоньки должны быть в огненной сумке. Свинья... Типа... Не так важна. Дота 2 тоже рогалик? Ага. Шучу, вы просто перефолвнулись. Такое возможно. У него есть Sun Armor, я еще только делаю. У него кальцифер вместо воскрешалки. Возможно, я это смогу выиграть. Блин, единственное, у него 390 хп после реса. У меня 39 хита и у меня 370 хп. У него все равно не может быть больше, чем максимальная, судя по всему, да? Да, кальцифер как будто бы слабее, чем Dark Lantern. Сколько, типа, я его в основном не пробовал. Будто бы слабее. А, щит очень хорошо прокает Губерта, но, наверное, можно найти лучше прок, чем щит, например. Блин, птица точно норм. Вообще, да. Только сверху. Если его вот так вот закинуть, нормальная тема. Когда Рунтера? Когда же? Вы мне скажите, ребят, мертвая игра. Не нравится, что я не ускоряю драконик орб и холи броню. Два стака, три стака. Нужно еще вот так вот сделать. Или просто так. Или на один. Я же знаю это построение. Я же не первый раз его делаю уже. Чисто база.
Еще место под свинку нашлось как-то. Под свинок. Еще и в банан в два пака запихнулся. Имба. Че, броню между огней не пихаешь? Вот тут, может быть, я, кстати, и не прав, что не пихаю ее меж огней. Но смотрите. Если запихнуть броню вот так, мы получим на один хит больше, но получим на 5 макс хп меньше. Вопрос, что важнее. А еще он под птицу не зайдет. Перезалипание с предметов на сумках при замене в меню. А я уже... А ну... Блин, я его сколько не убираю, оно возвращается. Swap bags only. А, или... Короче... Ну... Я не знаю, почему оно так работает. В общем, сейчас все выглядит сильно. Два дракона, но это драконий билд. Летальные тентакли против нас играют. Первое воскрешение, но тоже есть феникс. Ага, его феникс минус. А мой еще живет, кстати. Ну, за счет чего? Чего я так жил? Ну, броня, конечно же. Sun Armor, сколько выхилило? 300 хп. Чили Губерт 130. У него выхилил Феникс, Берни... А, ему выхилялся... Ну, он драконами хилялся. Блин, какая долгая битва. Жестко. Напомните, здесь норм второй Феникс? По-моему, да. Верни, как было, все у тебя правильно. Так, ну... Да, наверное. Мне тоже кажется, второй Феникс перебор, наверное. Мне надо что-то темное найти сейчас под лантерн. Блин, броня по скидке, конечно, кайф. Может, две таких сделать? Шапка можно темная. Темная шапка офигенная штука. Можно сделать темную, да, но куда она туда поместится? Я вроде как-то уже делал с темной броней, а как у меня умещался Феникс в такой ситуации с темной броней? Мне кажется, он у меня где-то здесь был, да? Или вообще не было Феникса? Может быть, он был здесь как активатор этого без урона? Без урона Феникс такое себе. Сердце темное, кайфовое, да. 4 слота занимает. Шапка лучше. Шапка сейчас прям в приоритете, потому что темная шапка — это против... противомаговая тема. Банан убрать и вправо на один сдвинуть. И потом вот сюда. Все равно в броню не впихивается, как будто бы. Наверное, я все-таки темную шапку сделаю. И просто поищу еще камней. Мне кажется, так будет лучше. Здесь еще под холи армор можно подкинуть штуки. Новые карты смотрел? Честно, все еще нет. Какая-то уна карта. Я ее встретил на одном из врагов. Так. Берсерк. У нас как скоро закончится твой берсерк? Ну, примерно тогда, когда я тебя добью, да? У меня все еще нет уголечка. Жесть. Уголечек — это очень круто. Мана мне не нужна. Камни. Сумки тройные. Можно, в принципе, стамина с сумком. Тема хорошая. Рая птиц. А скидки? Ну, чё бы и не взять.
Тьма как-то не очень находится в этом забеге. Три раунда осталось. Все равно сильно. Сам по себе стак мощный. Не знаю, почему у меня все обычно левее, потому что, наверное, птицы еще провеяли. Хотя, может, не, не помню. Раз, полторы секунды, один, два. Так, берсерк с ножами. И внезапно вилан мечом. Жесть какая. То есть он забирает урон у Брас Наклза. Офигеть. Я каким-то образом это выиграл на 14 хпшках. Жесть. Слушайте, ну вилан меч тут под ножами, это прям... Это прям дичь. Ему факел надо выкинуть нахер и найти еще ножей, наверное. Хотя Вион Сорт все равно всегда первым бьет. Вион меч же теперь иначе работает, а как? Мили оружие наносит минус 2 урона. Наносит плюс 4 за каждое мили оружие также. Свинку повернуть в угол главной сумки. Вокруг всякое, чуть больше макс хп будет. Точно? Это плюс 5. Свинка сейчас дает плюс 4. Теперь будет давать плюс 8. Но минус 5. 5 плюс 4, 9. Сама по себе свинка 8. Нет. Меньше на 1 хп. Губ. Детская. Блин, кстати, флейт вообще на самом деле тема. Еще птица, да? Куда? Блин, ну по скидке Феникс, ну... Поставить его куда-нибудь сюда, в главную сумку, чтобы вот так вот он мечом еще апался. Но ставить некуда. Найдем. Птицу уберем. Все вниз подвинем. Эту птицу сюда. То есть, допустим. Чего? Опять звонят? Сейчас.
Перемотать могут, ага, не могут. Феникс. Жесть. Блин, ну скидочный, ну прикольно, но... Здесь он не встанет, здесь вот тут встанет. То есть можно их вот так вот друг за другом поставить. А давайте пробовать, хер с ним. И так уже в алмаз как минимум вышли. Сейчас минут. Даркбанку влево сдвинь. Какую даркбанку? Вот эту? А зачем? Какая мне разница? Да, кайф. Угу. Но я боюсь, что на самом деле второй феникс мне хп под это... Поломает, конечно. Здесь еще так хорошо птица работала. А вот теперь птица будет, ну, так себе, да? В принципе, может вообще от птицы отказаться. Может еще один банан купить. У меня вон там флейты всякие еще есть. Еще мне нужен темный там. Ай, блин, роллы по два уже. Жаль. Жаль, но это не темный айтем. Так, и куда банан пихать? Это важно. Это важно. Можно его вот сюда. Блин, может реально птицу выкинуть. А что вместо нее-то покупать? Ну, ничего. Это тоже немножко стамины дополнительно. Все, слотов не осталось. Ой, нет. Ботинка у меня не было, да он бесполезен. Смотрим, чё, ну я думаю, два феникса меня убьют, скорее всего. Типа, броня не успевает выхиливать, тем более тут аметисты фиолетовые в броне. Первый пошел. Второй пошел. Еще и... А, выиграл, ладно. Самое жесткое, что второй феникс как бы дамажит мало. То есть, если у этого на 10, аж на 10 урона больше за счет меча, то у этого нету. Нет такого урона. Окей, че, я вынес чел на топоре, полностью закинул все предметы в наковальню. Блин, мне кажется, наковальню надо вот с перчатками юзать. Если ранние придут. Прям вот как будто бы топ должно быть. Ох, камень, ура. Еще и по скидке, найс. Последняя сумочка. О, тут еще целых две есть, но... Неплохо, неплохо. Двух фениксов возле меча. Понимаешь, тогда факел будет не у меча. Факелу тоже хорошо быть у меча. Ну, типа, да, его можно переставить сюда, но факел тоже дамажит. У меня, в принципе, есть стамина. Придется куда-то перекидывать броню там и так далее. Факел и сам покачается.
какая разница? Типа, ты даешь одному оружию урон, или ты даешь второму оружию урон? Какая разница? В том-то и дело, что никакой. Здесь, кстати, фанипаки неправильно стоят, и никто не заметил. Вместо лампы. Вот я думал, вот здесь вот слот под Феникса. Тогда лампа на один огонь меньше прокает. Вот, то есть, вот это мув еще тоже неплохой, как будто бы. Можно вот так сделать. Тогда он под мечом, не под Губертом, но ему и не надо быть под Губертом. Ему надо быть под мечом. Что это? Минус 10 дополнительного урона, когда за каждый fire item при реинкарнации, зато плюс урон под бёрнинг с мечом. И минус 15 макс хп. Вернее, минус 10, потому что здесь два слота заняты. Нижний один левого феникса. Не-не, он слишком много слотов в сумке тогда займет. А это не очень хорошо. На один слот больше. А, ну в принципе урон реинкарнации важнее, чем максимальное хп, наверное. Очень долго. Долго выбираем билд, да. Можно было тогда его вообще хвостиком сюда подвинуть. Я понимаю, что это практически ничего не решает, но все равно интересно. 23-29, 25-30 урон. Ну, все еще как будто бы урон получше. Я один раз только воскрес от Лантерна, да? А, нет, и второй раз от одного из фениксов. Ну, хз. Хз. Хз, хз. Ну, топор победили, у него что-то много огней. Блин, да кто наковальню с топором юзает? Ну, типа... Топор — это главное оружие берсерка, поэтому неудивительно. Но... Плюс 17. Плюс 17. Ей, вернулись к заветному алмазику. Ну, тут дальше либо качели, либо играть в мету. Мы и так сейчас в целом в мету играли, плюс-минус, да, так что...